Выходи, 60-р. Давай. Ты зачем вышел-то? Стоять! Стой, не надо, не надо! Еще глуши! Зачем ты лезешь под прицел, тварь, иди! А как сквозь танк? Так, как? А че он засиял-то? Не, ну под таким бафом надо шатать вообще срочно. Авана Кедавра! Остолбеней! В кабину получи! Сунь хоть... Нет, не та магия. Не! Вот это работает, да? Вот. И добрали. Не, ну реально, смотрите, как сияет! Смотрите! Чё ты потух-то? Мана кончилась. Так, Сушенька. Не Сушенька. Ладно, теперь надо ТВП. Или Шкоту. Вот он. Но! Сгори в аду, животное! Но Шкода мне не нравится. Тихо. Тихо, по 230, ты чё, алё, творишь? Бля, я шотный. Тихо, заберите их, пожалуйста, заберите их! Спасибо. Я даже обосраться не успел почти. Так, от арты сейвимся. Самая ненавистная арта моя, самая. М44, это вот самая токсичная тварь, какая вот мне только из арты встречалась. Я просто обязан ее убить. Я не знаю, какими чудесами, но мне надо вот до этого куста добежать быстрее, чем Е25 его подсветит. Вот надо быстрее, беги! Решала, давай, давай, вот! Ну, мне не успеваю. Ну. Ой, да на! Не, ну а чё? Вообще нихуя удивительного. Обожаю это стоялово. Никого. Просто. Вот. 2К и все, и хватит, да? Может, этому снаряд упал. В смысле? Кто? Откуда? С этого, что ли, куста? Или... Ага. И... Сука. Будем так целиться. Вот так и живем. В какой куст не плюнь, везде кордон штопанный. Ну я тут жив-здоров вообще. Не бит, не крашен, до базы врага доехал. Осталось... Тихо. Осталось отсветиться и арту найти. Прогета? Ну, за своим коровником там пасется, пусть пасется дальше. Она мне ничего не сделает. А вот светлячка бы, елочку бы найти бы. А, вон она. Передислоцировалась. Дратути. Угу. Давай, попробуй, попади. А, молодец. Тореадор. В землю попал. Ухо. Ну, ухо насрать, на батчата насрать. Надо арту найти. Я ж тут не просто так приехал. Салям алейкум. Ва алейкум ассалям. Да. Согласен. Далеко зашел. Давай, подъезжай ближе, давай. Как вот прям гусли чешутся, ему на голову свалиться. Как снег в апреле. Как бы просто не упасть бы тут. Ну. Давай поближе. Ну чё ты слышишь? Слышь? Ну где-то... Где-то тут вот. Да, вот тут вот прям и пованивало, да, сифонило. Теперь все нормально. Почти все нормально. Почти, говорю, блин, что так? Не, ну если так рассудить, то ничего ж страшного не случилось. Наоборот, как бы вот в тыл к врагу упал и жив. Но гусли не в счет, там 100-200 хп потерял тоже как бы. После этого ужасного маневра, дай-ка сюда мне свой затылок. У меня тут есть... Палка-чесалка. Вот как за это КВ-2 не любить? Угу.
Сейчас, назад, ну, чуть-чуть. Мне разочек надо его вшатать. Или вот этого. Ой, хорошо, с поджогом сразу. Да. Все, я отъехал, кидай в него. Отлично. Пусть он тут оглушенный постоит. И помятый. Не, ну пистрон сейчас вылетит. По-любому, я прям слышу, где-то у него тут виз тормозов. Где? Где ты? Я тебя жду. Давай. Вот он. Как бежит, как торопится-то. Не мучайся, псина. Вот он тут всяко клубочится. Упал тут, поколбаситься решил. Песочки. Ну чё? Давай, я тебе даю еще одну попытку меня убить, давай. Что ж. Раунд! Ну чё, Сарделя? Есть кто? Кроме Амуде никого. А он на горку не полезет. Не суициднутый. Хоть кого-нибудь бы увидеть. Ага. Слышь, блоха, ты с какой псины сбежала? На! Я перед выездом бревном и скитолом смазал. Потому и не кусают. Как кдшусь к Лешеньке помогу. Хотя бы тупо напугаю его. Бля. Так вот, что кот испытывает, когда я рядом чихаю. Две елки, сейчас свет будет просто шикарный. Если он, конечно, поедет куда-нибудь. Слышь? Алло? Давай, заводись уже. Может, он не прогрузился? Не, ну башкой-то он шевелит, вон вверх, вниз, влево, вправо. На меня посмотри, придурок! Откликается на придурка. О боже, да заводись ты уже, поехали! Сам своим пешком, может, пойдешь, не? Алло. Чего ты там нюхом машешь? Слышь? Шершень. Жалом чё водишь? Говорю, вставай, едь. Ты чё, мехвода, в ангаре забыл, что ли? Я всё понял. Я сегодня за светляка. Ну что, он маленький, портативный. Кэс, уйди, я тут с фонариком еду. Сейчас светить буду, уйди. Бибип. Бибип, говорю. Бибип. Все. Молодец. Сейчас я поставлю свечку, сука, за упокой врагов. Вот. Все, он теперь тут будет светить нам. Долго я тебя на своем горбу таскать-то буду, а? Вот такие вот светли... В смысле? Кто светил? Там вверху елка, внизу ФВшка, здесь никого не может... Как? Кто? Нет, башкой мотает. Ну ты понимаешь, да, я тебя везу. Вот что ты на меня пялишься? Жало свое отверни. Едь. Я тебе жертву принес. Аборта. Забирай. ТВПшка. Меня не стреляй, в него стреляй. Вот. Жертвоподношение тебе. А. О, сушка. На. Вот. Ёлка, руби. Ну, вот вам елка. Вот. Может, вы в нее там популяете? Может, она проснется, когда ей подзатыльник шатают, не? Пожалуйста, кто-нибудь. А нахуй с ней. Поеду дальше светить, чё? А не, не поеду, понял. Проснулся! Добрый вечер, блядь! Нормально тебе, да? Ты пока не одупляешься, где ты есть, или чё? Чё, ты изучаешь местность? Скалу понюхал, побежал. Красавчик вообще. 5-6 счет, 5 минут игры просрано, но он проснулся. Свет вообще шикарный. Самый лучший свет на свете. Только вот понять не могу, куда он поехал светить. Там один ВК остался. И уже не остался. Куда? Кого? По-моему, он пошел светить дно морское. Этот ебаный аквалангист. Жемчуг ловишь, что ли, слышь? Пёси! Вот через всю катку на своем горбу их таскаешь, а они потом с тостером в ванну прыгают. И снова всем привет, мужики и мадамы. С весной вас.
Тут еще, наверное, что-то надо было сказать, но сегодня вообще не хочется. Вот. Так что где-то через недельку еще новый стрим ждите. У меня там по нему небольшая задумка есть. А то я так как бы в танки играть умею, но на некоторых танках очень хреново играю. Поэтому возьму какого-нибудь статиста в тандем, и пусть он меня обучает. Посмотрим, что из этого получится. Так что до новых встреч в эфире. Пока.